Всем привет, друзья. Итак, продолжаю строить свой тут чистокол. В прошлом видео я начал строительство его, построил, чтобы защищаться от бандитов. Пока бандиты не прибегали, но защититься уже надо, потому что я начинаю работать с золотом. Вот, так, что компостная яма только заполняется. Начинается проблема у меня с едой. Вот, поэтому нужно будет с какой-то серией, возможно, в следующей... сделать поля, чтобы на полях уже производить еду. Вот. Дальше что? Торговец, смотрю, приходит. В этой серии я хочу построить уже школу. Там типа написали, что типа это будет нормальная такая тема. Вот. Поэтому в этой серии я строю школу. Ну, еще что-нибудь. Так, благоустройство. А, ну и и хотел еще этого первым делом построить лекаря. Лекарь. Пища, хранилище. Где же лекарь был? Защита, ресурсы, наверное, лекарь тут где-то. Корзинчик. Домик лучников нет. Ткацкая мастерская, гончарная. Лагерь рабочих, нет, не то. Мыловарня. Садовод, хлев, хранилище. Мастерская повозок, нет, жилье, благоустройство. А, вот тут, наверное, лекарь. Кесалов, школа, дом лекаря, да. И смотрите, его тоже нужно ставить по центру. Так, значит, давайте сначала я все-таки школу поставлю. Ее тоже надо по центру ставить. А сейчас развернуть ее. Тут нужно дорогу бы поставить. А, ну можно вот так вот. И тут вот можно дорожку сделать. Так, и домик лекаря. Кислолова еще надо поставить, ну ладно. Домик лекаря. Ну вот так вот, наверное. Вот, и можно... Ну, кресолов я не знаю, нужен пока. По стоимость месяц. Дорого содержать его. Как крыски появятся, тогда поставлю. Итак, в общем, школа и домик лекаря строится. Так, а что, торговец приехал? Да, давайте посмотрим. А еще второй торговец, он едет. Так, что ты продаешь, что покупаешь, чувак? А, он еще не приехал, еще не обосновался. Не развернулся, так сказать. Не расчехлил он свои все вещи. Такс. Тут, кстати, можно дорогу улучшить тоже. В этой серии, наверное, буду заниматься достройкой этих самых и улучшениями. Кстати, еще можно построить домик собирателей. Ну, это, может, в следующей серии тогда. Вот, строительство идет полнейшим ходом. Так, что-то чистокол-то достроился. Да, нормально. Тут, кстати, можно построить тогда дорогу еще. Раз такая пьянка. Во. Вот так вот. Так, прибыл новый заячий торговец. Отлично. Так, два торговца. Что у вас есть? Ну, инструменты вы этого просто я могу продать. Не буду продавать, естественно. Так, могу траву продать. Так, по жратве. По жратве у меня все плохо, пацаны. На 85 населения жратвы мало. Так, можно деревья продать.
Шкуры нет, жратву покупает, а арбалетки-то покупает. Железо покупает. А ты что? Так, а ты что покупаешь? Ну, можно инструменты ему продать. Кстати, инструменты можно переместить. Ай. Хранилище на базар. Нет, пока это не надо. Потом 29, это не очень выгодно. Так, а что продаешь, друг? Друг. Ну, у меня ботинок хватает, одежды хватает. Это не надо покупать. Глина пока нет, не в цене. Он покупает мед. Надо мед уже делать. Ну, можно травы, кстати, чтобы они это самое. Давайте я перемещу трав. Их слишком много. На базаре продам тогда травы. Так, оружие продавать пока я думаю, не стоит. Так, а ты арбалеты покупаешь. Ну, арбалетов у меня нету, так что... Собственно, продавать я не буду. А, коров, кстати, можно купить у этого чувака. Но у меня пока нету скотоводческой фермы. Поэтому не буду. А, так. Копченое мясо хватает. Ну, что-то не очень торговцы. С коровами только. Коров привез один. Тут неплохая тема такая. Вот, ну, остальное так. Что там, стена построилась еще? Нет, еще строится. Давайте, стройте. Деревьев много. Чего бы не построить? Так, что, повезли там на склад? О! Так, ну ты не покупаешь, а вот ты покупаешь, да? 230. Продать все. Продать предметы. Отлично. 1200 голды. Ну, я считаю, это нормально. Так, дорогу можно и улучшить тут. Это тоже можно улучшить, раз они тут ходят. Постоянно. И тут тоже. Улучшаем дороги. Так, а чувак на повозке еще работает? Или что-то сидит? А что, не хватает повозок? Может, надо купить повозку? Или какая-то... Чувак есть, и на повозке ничего не возит. А, не, вон. А, он до этого, до магазина довез на повозке. Понятно. Кстати, сюда... Ресурс, я думаю, особо не надо... хранить. Да и камни тоже надо. Так, а чё, лучника стрел не хватает? Как-то. Давайте еще, пускай два производят. Или мы не подвезли стрел. А, я кое-что там сделал, наворотил. Рабочих. Вот так вот. Может поэтому жратвы не хватает. Так, ну что, построилось? А, 25 глины еще нужно. Ёпрасоты. Ну, тогда ставлю производство, ресурсы, глиняный карьерчик. Что-то про глину я и не подумал. Кстати, а доски у меня 4 чувака пили. Да, распил досок идет неплохо. И тут олени ходят вообще, пасутся. Нормально.
Ну, по людям нормально все. Так, сейчас ягодки соберут. Это тоже доделают. А, вот тут еще рыбака надо поставить, да? Да, не вопрос. Рыбак, распилочная, производство ресурсов, рыбацкая хижина. Где ее поставить-то лучше? Тут или тут? Давайте тут вам поставлю. Так, тогда получается вот тут. Эту дорогу убрать. Или нет, ну, пускай. Так, еще-то и поселенцы прибыли, блин. Че там жестко. Ха, оленя убило. Все люди заняты на производстве чего-то. Так, а построился карьер. Давайте сразу сюда. Всех людей, чтобы они по-быстрому за этот год успели глины произвести. Так, мне нужно построить школу, дом лекаря, карьер построю. Во, пошел народ. Не хватает одежды. 70-81. Нет, подождите, а как не хватает? Хватало же. А, может, такой крутой одежды. Тут свободный тебя олень заходит сюда. Ну чё, Давай, дострой мне стену. И тут тоже дострой. О, все, чтобы я уже был 100% под защитой полной. Так, а что? А, заполнился стрелами, отлично. Тогда можно одного убрать. Дровокоилы, что у нас по дровам? 300, нормально. Два рыла, ну, можно одного убрать, кстати. Так, тут тоже можно хотя бы один слой стен сделать. То мало ли припрутся кто-нибудь. Чё там глину-то таскают? Давайте, тащите. За что я вам плачу, собственно? Так, а это можно улучшить тоже? Можно, наверное. Нехватка пищи. Блин, с едой проблемы. Офигеть. Как-то это не очень меня радует. А, и, кстати, я даже... не построил. Это сколько? Ну, этот нормально ловит еду. Ловит рыбку. О, чувак повез глину. Наконец-то начал что-то делать. Так, отлично. Дом лекаря построили. И школу построили. Ну вот и отлично.
То, что хотел построить, я построил. Ребятушки. Теперь вот такой вот получился неплохой городок. Так, ну все, мне тебя глины много не надо. Оставляю одного вообще чувака. Остальные пускай все собирают, не знаю, еду. Что угодно собирают. Жратвы нужно много. Так, охотник. А ты кто? Собиратель. Что-то собирает, да. Тут рыбак нормально. Рыбачит. Но с едой проблемы начинаются. Такими темпами мне не хватит жратвы-то. Давайте дострою чистокол. Поставлю. Чтобы уже точная защита была. Чтобы никто не смог зайти. Вот, ну что. И на этом все, друзья. На этом все. Можно теперь улучшить домики, кстати, людям. Но это потом, и так хватает проблем. Вот. А, в этой серии я построил школу. Видите, какое. Дом лекаря. Потому что начинают люди уже болеть, это не очень хорошо. И глиняный карьер. Построил, теперь люди смогут добывать глину. Вот, в следующей серии я продолжу строительство, но в следующей серии, кстати, земля тут, ну, такая менее плодородная, ничего страшного. Буду строить поля, друзья, буду строить поля, потому что нужно ресурсы производить, точнее, с пищей начинаются проблемы, я думаю, поля мне немного помогут. И хлев, хлев еще нужно будет построить где-нибудь, просто хлев тоже будет мешать жить людям. Где-нибудь вот тут можно будет его бомбануть. Вот. Ну, это уже в следующей серии, в следующем году, так сказать. Ну, точнее, в этом, который начался, будет. Вот. Всем спасибо, друзья, что смотрели. А если есть что сказать, напишите, подскажите. Может, что-то я какие-то моменты упускаю. Будет интересно посмотреть, послушать. Подсказочки, так сказать. Вот. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, ну и заходить, друзья, на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.